الذي أحسن كل شيء خلقه أبدأ خلق الإنسان من طين. Который Всевышний сотворил все в прекраснейшем виде и начал творение человека из глины. Куран, сура Ас-Саджда, аят 7. Глина – материал самый близкий человеку и самый доступный, сопровождающий и облегчающий его быт с незапамятных времен. Глиняная утварь издавна имела широкое хождение среди народов, населяющих нашу республику. Гончары Дагестана вырабатывали изделия самого разнообразного назначения, как бытового, так и декоративного. Истори в Дагестане сложилось несколько керамических центров. Один из них – Сулевкент. Когда маленький был в селе, отчим братом уже в России таскал этот лезгинах, потом трансрентах, даже аварские местности, лакерские места таскал в России. Лучше вообще полные вообще мешки таскали, продали. Даже азербайджане вообще таскали машинами, это вообще последний вид. Да. Гончарный промысел в Сулевкенте был по традиции мужским делом. Вокруг села были леса, поэтому местные гончары имели много топлива для своих печей. И их изделия после обжига имели терракотовую окраску, а потемневшие сосуды здесь считались браком. Сулевкенские мастера снабжали керамической посудой практически весь Дагестан. Крупные торговые центры Андреаул, Кумух, Кули и Касумкент, они поставляли водоносные сосуды, кувшины, водолеи, тарелки. Надо сказать, что продукция сулевкенских мастеров пользовалась спросом среди горцев, чему способствовали ее высокие потребительские свойства и низкая стоимость. Чистые глины должны быть вообще для кувшину. Если много так смешанный там песок, она течет. Мокрый вообще выходит. А если чистая глина, она вообще не течет, как стекло держит. Поэтому глина выбирает хорошую глину. То есть зависит от качества глины, кувшин зависит? Да. А вот, ну вот вы сказали, что сейчас да, глину берете с Андреаула. Да. Вот мне интересно... Даже Андреа... Сулевкенская глина, да, вот там, да, Хадайская на родине у вас, она считалась очень хорошей, да, вот кувшинная. Да. Вот какая лучше глина? У нас она там горе, у нас там селю, бывший селю, совсем хорошие глины были. Большой лес, через лес оттуда берут, тоже проверку, они знают вообще, какой хороший или плохой. Ну, делали махитры такие большие, даже 90 килограмм идут туда. Груши заполнили, вода наливали вообще так. Мукой заполняли они. Кувшин, большие кувшины. Самые ранние образцы сулевкенской керамики относятся к 7-8 векам. В них преобладает декор в виде лепных жгутов, штрихов, волнистых линий. С появлением росписи характерной особенностью узора становится процарапывание и штампование некоторых его деталей. Ну и, конечно, сама роспись, незатейливая, но не лишенная изящества. Сулевкенские гончары часто уходили в отход, работали вдали от родных мест. Во многих местах, где они бывали, бытовала поливная керамика. Вот почему с середины 19 века Сулевкенте начинает производить и ее. Особенно столовую посуду, тарелки, миски и так далее. Кроме того, в декоре поливных сосудов появляются и скульптурные детали в виде фигурок птиц из различных животных. С начала 20 века роспись постепенно вытесняется и почти исчезает. И уже многие изделия покрыты одноцветной поливой без росписи. Мастера много, весь селю мастера были. Я потихоньку, старики уже ушли, уже сейчас и здесь перестали это кухню делать люди. У меня уже умер, уже ушли все.
Кроме вас кто-нибудь сейчас занимается этим? Я остаюсь, я тут не могу быстро убегать от срока. У меня тут и года, вся хорошая года. Я с этого возраста, машала, прекрасно выглядит. Да. В начале прошлого столетия наметился процесс угасания керамического производства и сулевкинского промысла в частности, который еще больше усугубился после переселения сулевкинцев на равнину. Гончарное искусство перестало развиваться и почти прекратило свое существование. Хотя сегодня есть надежда на возрождение древнего промысла. Каждый обычно берет в себе дело, чем занимались его родители, там, деды. Потому что до этого уже база бывает у человека какой-то вот. В общем, это дело он знает изнутри. Также я тоже хотел какое-то дело иметь свое. Естественно, я, допустим, этим фармацевтом не могу быть, лекарством не было такого. Вот, чем мы и занимались, деды, отцы, этим я и начал разрабатывать, думать и. Шолох, это дело мы, поставим на современный уровень. В продвижении вашей идеи кто-то помогает? Помогают. Есть, как говорится, такие добрые люди, которые, слава богу, что понимают эту проблему. И, ну, почему у нас есть такой Рабаданов университет, ректор, душой этим болеет за это ремесло. Сулевкинский тоже? Сулевкинский, да. Его отец был гончаром хорошим. Есть, в общем, такие люди есть. А государственные органы кто-то вам помогает? Там, ну, тоже сам, государственные помогают. Вот комитет народных промыслов в этом году помог вашим финансированием. И обещают далее тоже поддерживать, помогать всячески. Большому счастью, как говорится, наше село, вот это Сичанима, и насколько я знаю, и мой отец покойный, да, все вот, очень работящий народ. Их приучили с детства работать. Кто каменщик, кто плотник, кто как. И для наших, я считаю, людей, вот это заниматься керамикой или этим промыслом, ремеслом, наоборот, как бы является интересным делом и легким делом. И желающих тоже масса людей, которые непосредственно хотят этим заниматься, работать. А специалисты есть? То есть, вот, есть. Кто как бы навыки вот тех старых мастеров начинает? Здесь 50... Знаю, по-моему, где-то три мастера у вас есть, да, вот, ну, старых? Три мастера, но навыки-то у всех почти есть. Все же мы знаем, почти что крови, наш... Да, мой отец как работал приблизительно. Если взяться за любой человек, допустим, мой ровесник, за три дня, может, он это дело как бы научиться и работать. Чисто это как-то такое хорошее дело. Ну, посуда же всегда нужна, но понятно, что бензин, допустим, потребляет именно автомобилисты, там, ну, водители. А посуду, без посуды же мы все питаемся посудой, получается. У всех есть дома, цветы, есть, всем нужны эти кувшины. Ну, поэтому я считаю, что это самое такое, как раз, нужное дело, и я думаю, оно и прибыльное дело. Оптимизм Рустама имеет под собой почву. Еще живы старые мастера, владеющие секретами промысла, и которые могут передать их этим детям, жадно осваивающим секреты мастерства своих предков. К тому же он заручился поддержкой Департамента по народно-художественным промыслам Министерства промышленности Республики. В соответствии с Сулевкинской программой развития народных художественных промыслов на период до 2010 года мы проводим определенную работу по возрождению забитых, уже многих даже утраченных народных промыслов, как имеется в виду, вот, сулевкинская керамика, испикская керамика. И хотя бы мы живем свидетелями, когда при нашей какой-то степени идет спад, значит, балхарской керамики, сегодня художественные имеются в виду, да. Но эти вопросы, значит, мы как-то решаем, потому что и в рамках закона народных художественных промыслов, который был принят еще в 2000 году, где основное внимание уделяет на государственную поддержку, что народные промыслы Дагестана являются национальным наследием,
Дагестана, дагестанского народа, и неотъемлемой частью нашей материально-духовной культуры, традиционной имеется в нашей культуре, поэтому всегда в поле зрения находятся именно те промыслы, которые должны сохранить и в какой-то степени и развивать в дальнейшем. Да. И вот поэтому сегодня мы решили начинаем эту работу уже давно, но реальные результаты в какой-то степени мы видим сегодня. Можно сказать, например, сульдукенский храм, который мы оказали помощь материальная, финансированная, имеется в виду определенную часть его возрождения. Да? И вот можно сказать, что в какой-то степени есть налицо, есть работа, которая выполнена реально. Поэтому, деньги например, на ветер не пущены. Да, деньги на ветер не пущены, да. Ну, я видел, там, может, даже эту сумму можно назвать, там, 200 тысяч рублей, да. Но хотя для начала, то, я думаю, что это неплохие деньги для данного промысла. Поэтому мы знаем, что это самое, сулевкинцы не являются переселенцами из Хадаевского района, но хотя являются переселенцами, они свои традиции производства, чарного производства, производства керамики, они сохранили. Ну, хотя бы остались несколько таких мастеров, которые мы сегодня видим, тем более, что такие энтузиасты, которые оптимистически настроены, что такое производство можно возродить, и есть, имеется в виду, жизнь этого промысла для дальнейшего развития. Песни рук, музыкой души и искусством огня называют поэты керамику. Хочется верить, что нам удастся сохранить традиции производства художественной керамики. Ведь гончарное дело с незапамятных времен существовало у многочисленных народов Дагестана.